Приветствую зрителей моего канала. В своей работе я обычно не использую классический столярный разметочный рейсмус, отдавая предпочтение больше разметочным штангелям или другим разметочным приспособлениям, как и собственного, так и промышленного изготовления. Но буквально вчера мне задали вопрос о том, как сделать детали для самодельного рейсмуса. И уже закончив писать ответ, я подумал, что неплохо бы снять видео на эту тему. И вот сейчас я хочу представить на суд то, что у меня получилось. За основу рейсмуса, за штангу, я взял обычную 16-мм рейлинговую трубу. В один торец я забил дубовую заглушку, просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Ну и также сделал отверстие под сам резец. Резец сделан у меня из негодной биты. Я сточил шестигранник до диаметра в 6 мм. Сделал с одной стороны лыску. И заточил лезвие в виде лопасти. Такая заточка лезвия позволяет хорошо чертить по мягким породам. Можно, конечно, заточить в виде конуса или просто карандаш вставить. Но, повторюсь, по мягким породам такая заточка даст более точную черту. Так. И второй момент. Почему я зажим сделал вот именно таким образом, а не просто просверлил отверстие и не стал зажимать в трубу? Такой способ зажима позволяет дозировать усилия. Скажем, вот сейчас брусок по штанге не движется сам, но я имею возможность его сдвигать с некоторым усилием. Это сделано для того, чтобы легче выставить размер. Вот я выставил размер и теперь уже зажимаю окончательно. Теперь он уже держится прочно, и я могу размечать. Ну вот я тут уже потренировался несколько раз, и я думаю, хорошо видно. Ну, вот такой вот самостоятельно изготовленный рейсмус за 40 минут рабочего времени. Оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и спасибо за внимание. Встретимся на моем канале в следующем видео. Всем пока!